15 февраля – день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата приурочена к историческому событию. 33 года назад ограниченный контингент советских войск покинул Афганистан. Мы гордимся, что на территории Одинцовского городского округа есть достойные сыны нашего Отечества. В преддверии праздника с Днем защитника Отечества хочу пожелать нашим афганцам, которые находятся здесь, которые находятся дома сегодня, здоровья, счастья. Более 50 представителей разных поколений собрались у мемориала Вечного огня в Одинцове, чтобы возложить цветы и почтить память всех павших героев минутой молчания. За 10 лет войны в Афганистане погибло более 15 тысяч советских военнослужащих. Вывод контингента продолжался около 9 месяцев и полностью завершился 15 февраля 1989 года. С 2011 года эта дата закреплена на законодательном уровне и отмечается в России как День памяти всех соотечественников, выполнявших воинский долг за рубежом. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».